Утверждены параметры корректировки госбюджета Якутии на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Проекты закона в окончательном чтении приняли сегодня на пленарном заседании Госсобрания Илтумен. С докладом выступил министр финансов Валерий Жандоров. По его словам, общий объем доходов бюджета республики составит в итоге 170 миллиардов рублей. При корректировке учтены поправки со стороны правительства республики, а также вошли 4 поправки от народных депутатов. Мы увеличили свой дефицит бюджета на 2 миллиарда 600 рублей. Ну, в том числе это по причине того, что было предоставлено дополнительно 2,5 миллиарда рублей государственных гарантий авиакомпании «Якутия». В ходе рассмотрения данного законопроекта правительством республики было внесено 38 поправок. Это в связи с тем, что как раз вот в момент рассмотрения были приняты на уровне Российской Федерации нормативные акты, предусматривающие предоставление дополнительных субсидий в Республике Саха-Якутия на сумму 4 миллиарда рублей. Вот в связи с этим тоже изменились определенные параметры нашего бюджета.